Мы благодарим тех партнеров, которые стояли у истока рынка Евразии. Любовь Алимову, Татьяну Кулагину, Татьяну Ящину, Мару Кулагину. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваш вклад в развитие бизнеса For Life в Евразии и за вашу преданность нашему общему делу. А сейчас мы с удовольствием предоставляем слово генеральному директору For Life в России Ольге Прокопьевой. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте все! Очень рада вас всех видеть. Моя фотография. С кем я не знакома, представлюсь. Меня зовут Ольга Прокопьева. Я генеральный директор компании For Life Research Rus в городе Москве, в России. Прошу любить и жаловать, как говорится. Я не буду много рассказывать о себе. У меня еще будет возможность познакомиться с многими из вас, потому что я с удовольствием приезжаю, начала тур по регионам, знакомство с вашими командами. И это доставляет мне очень большое профессиональное удовольствие видеть, как сильна наша компания. Но о чем же я хочу сказать сейчас? 22 мая 2014 года как раз решением собрания учредителей и была создана именно наша компания генеральным директором, которой я сейчас являюсь, и которая прошла с 2014 года достаточно долгий путь по своему развитию. Фактически мы начали работать с 2016 года, и я помню ту нашу первую встречу, когда к нам в офис приехал Марк Остлер, это финансовый директор компании, с вице-президентом Сталлером Матсоном. И они тогда только еще заключали договоры на бухгалтерское, на таможенное, на транспортное обслуживание, вот именно через эту компанию, с которой мы все начали работать. Это тогда для нас было что-то новое. Они сидели с нами на встрече, рассказывали о пищевых добавках, произносили слова «трансфер-фактор», говорили, что они успешные, говорили, что они удачные, говорили, что они прибыльные, но так обычно все и говорят, мы поверили. И потом, уже из года в год, работая с компанией 2016 года, мы видели, что компания увеличивает свои обороты, увеличивает свои складские запасы, увеличивает дистрибьюторов, тогда мы еще были, да, дистрибьюторов на рынке. И это нам помогло еще больше тем поставщикам, кто работал с For Life, поверить в For Life, поверить в эту компанию и поверить мне тоже в эту компанию, потому что когда меня пригласили в нее работать, я пошла даже без сомнения, даже не спросив, а будет ли у меня заработная плата. Мне просто предложили, я сказала, я иду. Все остальные вопросы, так они говорят, ну тогда, а теперь тогда обсудим все остальные вопросы. Год 2020, пандемия. Хорошо это или плохо для нашей компании? В принципе, пандемия – это всегда трагедия, это всегда тяжело, это всегда знак минус. Но эти годы, 2020-2021, позволили нашей компании в два раза вырасти в финансовых своих объемах. И это было именно периодом принятия решения, открытия офиса в городе Москве. И этот офис мы открыли на Рождественском бульваре 15. Спасибо большое, друзья. А что я хочу сказать о текущем годе, 22-й год. Мы все знаем, что это у нас неоднозначный год. Но я именно хочу сделать упор на то, какой это год для нашей компании. Итак, 2022 год. Да, вот множество вопросов, множество волнений, множество каких-то, может быть,
непонятных вещей, каких-то стрессовых ситуаций, но я не об этом. Я лишь подведу итог этого года на 12 ноября 2022 года. Гостиница «Метрополь», зал «Врубль», конференция «Коннекшн», 400 человек нашей команды в этом зале, приехавшие из всех уголков России, Казахстана, Европы, Белоруссии и, самое главное, наша безграничная вера в наш успех, в нашу удачу, в наши силы, как на рынке Евразия, так и полностью на всех рынках мира, которые завоеваны нашей компанией. И это невероятно, друзья, вот это наши итоги. Итоги победителей. Это наша компания. А теперь мы приготовили для вас, потому что не все были в гостях у нас на Рождественском 19, небольшой ролик о нашем офисе, о моей команде сотрудников. И сейчас, пожалуйста, ролик в студию. Офис For Life находится в самом центре Москвы, на Рождественском бульваре, в окружении особняков и старинных церквей. Рядом расположен Цветной бульвар и Чистые пруды. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Прокопьева. Я генеральный директор компании For Life Research Rus. Приглашаю вас на экскурсию по нашему современному и удобному офису. Добро пожаловать! В нашем офисе вам всегда рады. Мы оформляли его с особой заботой и вниманием к деталям. For Life – это компания, которая заботится об иммунной системе, и поэтому наша главная ценность – качественные продукты. С удовольствием представляю вам нашу сильную и дружную команду. Наша общая цель – обеспечить вам условия, при которых вы будете успешными. For Life – это международный бизнес, и вы можете развивать его практически из любой точки мира, создавая команду как в своей стране, так и за ее пределами. На карте отмечены страны, в которых открыты офисы компании. Наш российский офис стал 25-м по счету. Мы работаем с аффилиатами из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Часть сотрудников команды работает с нами из США. Добрый день! Я рад приветствовать всех сотрудников российского офиса и наших аффилиатов. Меня зовут Карл Мац, я вице-президент проекта For Life в России и со мной американская часть команды, которая поддерживает рынок. Я Богна Антон, я директор For Life в России. Светлана Трав, координатор For Life в России. Нина Водерс, координатор в России. И я директор, старший менеджер по маркетингу. Мы находимся в штаб-квартире компании, которая расположена в городе Сент-Луис, штат Юта. Оказывая приезжать в двух континентах, мы имеем возможность оперативно решать вопросы другого уровня. Открытие офиса в Москве является знаком того, что Поляк твердо намерен развивать долгосрочный бизнес в России и странах Таможенного союза. И мы рады сотрудничать с вами. Чем успешнее наши партнеры, тем успешнее компания в целом. Мы полностью преданы нашим аффилиатам и всегда готовы помочь в развитии их бизнеса. Здесь находится бухгалтерия, которая отвечает за все финансовые вопросы, в том числе по выплате ваших бонусов. В этом кабинете работают сотрудники отдела маркетинга. А это мой кабинет. Это операционный отдел, сотрудники которого связывают аффилиатов с компанией For Life и отвечают на все ваши вопросы. Сотрудники всегда могут сделать перерыв в течение рабочего дня и подбодрить себя нашим продуктом.
мы попали на склад, откуда отправляются ваши заказы и подарки от компании. Дорогие аффилиаты, достигайте новых рангов, и мы обязательно пришлем вам посылку с любовью из московского офиса.